Здравствуйте, коллеги, с вами Андрей Погудин, и в прошлый раз мы выяснили, сколько стоит открыть пивной магазин. Остался самый важный момент – выбрать помещение под наш магазин разливного пива. Смотрел тут недавно ролики по теме, и меня зацепил один. Товарищ начал торговать пивом в обычном ларьке и уже учит других, как открыть пивной магазин. Спрашиваю у него в комментах, а ничего, что пиво можно торговать только в стационарных помещениях? А он мне такой отвечает, а ведь у меня пиво все слаще 5 градусов, мне можно. Откуда он это взял? Кто ему сказал? А еще других учит. Итак, запомните, по состоянию на февраль 2017 года торговать алкоголем, а также пивом любой крепости можно только в стационарных помещениях. Что понимают под этим термином? Стационарным считается помещение, которое стоит на фундаменте и к нему подведены все коммуникации – это электричество, канализация и вода. Некоторые павильоны подходят под это определение, но ларьки – нет. Однако в законе есть лазейка, чтобы торговать пивом в киоске. И в конце этого видео я вам про нее расскажу. Второе заблуждение у многих начинающих предпринимателей, что нельзя торговать пивом в помещении площадью менее 50 квадратных метров. Глупости. Данная норма определена законом только для оптовой продажи пива, а в рознице сам предприниматель решает, сколько квадратов ему нужно. Здесь все зависит от ваших аппетитов. Если вы хотите продавать 6-10 сортов, вам и потребуется 6-10 квадратов. Вполне хватит места в прикассовой зоне продуктового магазина, который находится в торговом центре. Однако такая точка будет приносить прибыль только в том случае, если центр посещает много народа. Также внутри не должно быть конкурентов по разливному пиву. Мне больше нравится отдельное помещение от 20 до 50 квадратных метров. Обычно именно столько вмещает переоборудованная квартира на первом этаже. Здесь есть два формата. Первый. Вы делаете просторную холодильную камеру и продаете 30-50 сортов только на вынос. Второй формат – небольшой пивной барчик. Здесь у вас будет до 10 сортов, которые можно выпить на месте или взять с собой. А основное место займут столы со стульями или пристенные стойки. Плюсы и минусы есть у каждого из форматов. Подробнее я про них рассказал на своем блоге и в своих курсах. Так какие же основные признаки удачного места под магазин разливного пива? Конечно, первый и самый главный – это проходимость или пешеходный трафик. Ваш магазин должен находиться на первой линии, а не во дворах. В идеале это спальный район и высотные дома. Но есть и исключения. Например, этот магазин работает уже несколько лет, торгует пивом на вынос и есть немного места посидеть внутри. Он застолбил место у самого начала пешеходной аллеи, и клиенты здесь есть всегда. Другое дело, вот этот магазинчик. За 3 года здесь поменялось 3 хозяина. Точка находится в глубине, расположена в маленьком домишке, а рядом сетевой алкогольный магазин. Как они тут выживают, непонятно. Второе требование, чтобы в радиусе 500 метров желательно не было конкурентов. Люди ленивы, и даже если у вас цены выше, чем у дальнего магазина, пиво все равно купят у вас. Старайтесь также выбрать место так, чтобы рядом не было магазинов алкогольных сетей. Не все еще понимают, что разливное пиво лучше и берут баночное или бутылочное. Третье требование. Желательно, чтобы у вашего магазина была хоть небольшая парковка для автомобилей. У меня обычная картина, когда клиент подъехал к магазину, купил пиво, развернулся и уехал домой кайфовать. И напоследок немного про план магазин разливного пива. Когда клиент заходит в ваше заведение, он сразу должен видеть перед собой стойку и ассортимент. Холодильная камера обычно находится за продавцом, ее скрывает фальш-панель с кранами. Если же у вас формат бара, место для посиделок должно быть в сторонке, в отдельной комнате, ну или даже за ширмами, чтобы те клиенты, которые пьют пиво внутри, не мешали тем, которые покупают пиво на вынос. Желательно, чтобы у вас еще была кладовка для пустых кег и бутылок. В баре нужен туалет, а если магазин находится в подвале, требуется запасной выход. И, конечно, здорово, если в помещении сразу будет кондиционер. Если вы будете соблюдать эти нехитрые требования, торговля у вас пойдет сразу. Более подробно про выбор помещения вы можете прочитать у меня на блоге или посмотреть в первом моем курсе. И наверняка остались люди, которые жаждут услышать, как торговать пивом в ларьке. Коллеги, все просто. Поставьте пару столиков, продавайте к пиву любой снэк, и ваше заведение автоматически попадет под определение общепита. А на общепит ограничения в торговле пивом не действует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и задавайте вопросы в комментариях. Обязательно посетите мой блог «Жизнь холостяка», там есть много статей по теме. В следующий раз я расскажу, как оформить наш магазин, какие налоги платить и как лучше на этом сэкономить. Удачи вам и больших проливов!